Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardest.info, сегодня покажу, как же на устройстве Dungi DK10 изменить обои. Чтобы на данном устройстве изменить обои, вам будет нужно зажать на данный экран, потом перейти в обои и в обоих уже сменить обои, основные цвета, и можно, в общем-то, здесь настроить как нам нужно. Можно с моей фотографии, конечно же, выбрать галереи, а можно настроить просто по тем, что я здесь. Я бы выбрал что-то, допустим, такое, какие-то пейзажи, вот переходим в пейзажи, и давайте выберем какой-то красивенький пейзаж, который нам понравится. Мне вот это нравится. Главный экран, заблокированный экран, то есть... Подтверждаем и ставим на два экрана или на один, как нам больше подходит. И видим, у нас обои поменялись. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.